Не могу обойти эту тему. Ты играла в паре со своей сестрой. Вот это насколько сложно? Катастрофически сложно. Катастрофически. Это был кошмар. Это худший период в моей жизни. Один из худших. И в конце такая, надеюсь, не посмотрите. Да, сестра, люблю тебя. Но у нас был конфликт. Он был ярко выраженный. Он был на том, что Катя старшая сестра. Я должна ее слушаться. А у меня лучше получалось играть. Я была капитаном. Подожди, конфликт... в твоей голове получалось лучше? Нет, в принципе. Хорошо. Уже наступал тот период, когда я ее обгоняла потихонечку. И, в принципе, в росте, и, в принципе, в качестве. А, опять-таки, я так вижу. Я уверена, что конфликт был из-за этого. Я была капитаном команды. И вот это нежелание подчиняться где-то в корте, мое нежелание подчиняться в жизни ей, этот конфликт постоянно сталкивался нас лбами. Вот, и получилось то, что получилось. Получилось как минимум две мировые серии.